подводный мир поражает своей загадочностью и уникальностью. Идут года, десятки лет, сотни и тысячелетия, а новые виды рыб то и делают, что появляются и постоянно всех шокируют. С вами, как всегда, канал Top Facts, и сегодня мы предлагаем познакомиться с теми обитателями морей и океанов, о существовании которых вы раньше точно не догадывались. Перед началом выпуска, как всегда, напомню, что вы прямо сейчас можете подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропускать наши новые топовые выпуски. Желаю приятного просмотра, ну и, конечно же, погнали! Так, вы когда-нибудь что-то слышали о монстре спагетти? Так вот, что-то вроде него нашел один из дайверов, опустившийся на глубину свыше нескольких сотен метров. Создание имело множество щупалец, похожих на макароны, именно поэтому его прозвали схожим именем, как и известного всем персонажа. Не хватило лишь того, чтобы это чудо-создание взлетело прямо на глазах у дайвера. Тогда бы его точно можно было назвать летающим макаронным монстром. Думаю, многие из вас уже слышали о такой штуке, как кладбище поездов. Они бывают в разных странах, и что собой представляют, думаю, объяснять не нужно. Так вот, где-то в море нашли что-то подобное, только, разумеется, затонувшее. Металлодетектором исследователи сперва наткнулись на один поезд, а потом еще и на второй. Оба этих транспорта были потеряны более 30 лет назад. Однако, знаете, возникает такой вопрос, а как они вообще оказались под водой? Неужели кто-то их там спрятал? Как вам название червя «Червь-зомби»? По-моему, звучит довольно интригующе, как будто ты попал в новый фильм жанра слэшер или трэш-ужас. Но на самом деле это более чем реально. С момента своего открытия в 2002 году червь Acidax, известный также как червь-зомби, не переставал интриговать зоологов. Acidax'ов можно назвать падальщиками, но их интересует самая несъедобная часть мертвого животного – это его скелет. Эти черви живут в скелетах китов и рыб, извлекая питательные вещества из костей с помощью бактерий. Но оказывается, есть эти ребята, которые курят прямо под водой. Сейчас пойдет речь про гидротермальные источники, которые известны под названием «черные курильщики». Они извергают на дне океанов миллиарды тонн горячей воды ежегодно. Вблизи границ тектонических плит морская вода просачивается через дно океана и нагревается расплавленные породы. Затем горячая вода извергается обратно в океан, в результате чего растворенные минералы откладываются на поверхности океанского дна, образуя дымящиеся башни высотой порой до десятков метров. А недавно ученые и вовсе обнаружили, что таких источников оказалось значительно больше, чем считалось раньше. Такс, а теперь мы с вами передвигаемся в Мексику. Рядом с гробницей майя ученые нашли черепа, прямо под водой. Сперва, конечно же, не подумали, что они принадлежат древним людям, которых мистическим образом убили под водой, однако никаких особых следов у черепов-то не было. Вполне вероятно, что это какие-то обычные серферы или древние люди, случайно умершие в этой местности. Никаких редких символов и тому подобного найдено не было, поэтому я еще больше стал верить именно во второй вариант этой истории. На глубине 800 метров под водами Тихого океана ученые нашли рыбу, которую пока не смогли отнести ни с одним другим подводным обитателем глубин. У нее почти прозрачная голова. По своей прозрачности микропинна, так называется рыба, ближе к медузам, но не имеет с ними ничего общего. Это самая настоящая рыба с плавниками и хвостом. Интересно, что глаза рыбы находятся внутри головы, а не снаружи, как это обычно бывает. Рыба смотрит на мир сквозь жидкость, которой заполнена голова. А это рыба-ящерица, суперхищник, который проживает на дне океана на глубине от 1000 до 2500 метров. Ее добычей обычно становятся различные виды рыб и кальмары. И если жертва попадет в ее пасть, шансов выбраться будет уже очень мало, ибо эта ужасающая глубоководная рыба сделана из огромных острых зубов. На очереди у нас арахисовый червь. Они получили свое коммерческое название благодаря сомнительному сходству с неочищенным арахисом, хотя подобное сходство кажется несколько натянутым. В принципе-то ничего интересного в них нету, обитают на мелководье, в грунте, расселенных скал и часто в норках других червей. Встречаются практически во всех морях, за исключением некоторых внутренних, с более или менее опресненной водой. А эта рыба имеет сразу несколько имен. Знакомьтесь, бородавчатка, ложная каменная рыба и даже рыба-дьявол Скорпион. Относится она к семейству скорпеновых и вырастает до 40 сантиметров в длину. И знаете, очень сильно любит пешие прогулки по дну. Сверху бородавчатка похожа на камень, поросший мхом, поэтому люди могут бесстрашно на нее наступить, не увидев ее притаившейся на дне.
и это, возможно, будет фатальной ошибкой. Отравляющая способность рыбы-дьявола-скорпиона превышает показатели других ядовитых водных обитателей, и если в течение пары часов пострадавшему не окажут помощь, то наступит смерть. Причем даже выжившие после встречи с бородавчаткой иногда болеют месяцами. Яд впрыскивают путем прокола длинными иглами. В этих шипах хранится запас рыбьего токсина, а в минуту опасности используется в качестве оружия. А это фото пришло от одного из исследователей подводного мира, дайвинг для которого является просто хобби. Как-то днем он решил выбраться в океан и опуститься пониже. Взял с собой камеру, ну а вдруг он найдет что-то интересное, что-то стоящее внимания. И, как вы понимаете, парнишка не прогадал. В надежде снять большого кита, герой видео снял вот это создание, отдаленно лично мне напоминающее какую-то огромную черепаху. Проследить за рыбой у дайвера не было и мысли. После встречи он быстренько свернул оборудование и свалил домой на сушу. Как думаете, это фотошоп или правда? Это что-то настоящее? Пишите в комментарии, ну а мы идем дальше. О, пауки. Да, это те самые ребята, которых не любит почти каждый человек на планете. Однако, если вы думали, что спасетесь от них, зайдя в воду, вы сильно заблуждаетесь. Выяснилось, что существуют и морские пауки, да-да, такие тоже бывают. Причем смотрятся они не менее крипово, чем свои сухопутные собратья. Плавают в воде, не имеют зубов или челюстей, отчего буквально высасывают силы жертвы через хелифоры. Ах да, чуть не забыл, они абсолютно слепые. Быть может, это как-то поможет вам спастись. Гигантские акулы обычно очень медлительны, но им есть чем нас удивить. Эта огромная рыба, вторая по величине акула в мире, может полностью выскочить из воды на скорости, сравнимой со скоростью больших белых акул. Они частенько ловят птиц или, быть может, выслеживают одиноких беспомощных пловцов в округе. Но в любом случае, зрелище просто завораживающее. Просто представьте, что огромная акула на бешеной скорости полностью выпрыгивает из воды. Вот это жесть. А кстати, знали ли вы, что в океанских глубинах встречаются морские плоские черви? Тело представителей покрыто ресничным эпителием, штукой, которая помогает передвигаться. Некоторых представителей таких червей можно рассмотреть только под микроскопом, но есть и виды, достигающие 40 сантиметров в длину. Морской плоский червь – это чаще всего хищник. Среди плоских червей есть не только свободно живущие морские виды, но и паразитические, в том числе ленточные. Следующий гость подводного мира мне в первую очередь напомнил чем-то щуку. Только вы знаете, куда более злую, зубастую щуку. Эта рыба всегда обитает в открытом океане, и знаете, непонятно, как на видео ее вообще прибило к берегу. Да и кроме всего этого, рыбка имеет способность самооплодотворяться, но в этом есть как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, можно обзавестись потомством без поиска партнера в тот момент, когда складываются подходящие условия. С другой стороны, потомкам передаются копии ДНК родителя, то есть они полностью лишены генетического разнообразия, необходимого для того, чтобы приспосабливаться к меняющимся условиям. А вот эта рыбка сразу привлекла внимание ученых своей неординарностью. На голове животного не видно глаз и носа, а рот находится в нижней части туловища. Такой, знаете ли, необычный внешний вид, возможно, обусловлен средой обитания рыбы. Она живет на большой глубине. И специалисты пока что не говорят, к какому виду и семейству относится пойманная особь. Как думаете, это новый вид рыб или просто какая-то изуродованная, но уже известная людям особь? Пишите в комментарии, будет очень интересно об этом почитать. Так, ну что, друзья, на этом сегодня выпуск подходит к концу. Если вам было интересно, познавательно, то дайте об этом знать тоже в комментарии. Не забудьте подписаться на канал Top Facts и прямо сейчас посмотреть одно из двух предыдущих видео, которые уже появились на вашем канале.